Они не знали погибших героев и не были их родственниками, но все до одного пришли. 70 студентов из различных вузов Нижнего Новгорода помнят героев 137-й дивизии. 9 мая молодые люди присоединятся к акции «Бессмертный полк». Я принесу портрет Тамары Леонидовны. Тамара Леонидовна, это медсестра была полка, минно-саперного полка. Вот. Ну, зачем я собрался? Наверное, почтить память погибших, которые отдали за нас жизнь. Вот. То есть те люди, которые не остались родственники, кого, ну, без вести пропали, как бы почтить их память. И это наш долг. Прежде всего я пришла сюда, чтобы почтить память тех солдат, которые отдали жизни, чтобы у нас было мирное небо над головой. Здесь собираются участники историко-патриотического проекта. Все, что было не со мной, помню. В проекте участвовало более 400 человек. За это время молодые люди узнали о боевом пути 137-й дивизии. О героях горьковчанах и воинском подвиге рассказывает директор Нижегородского музея техники и оборонной промышленности Валерий Киселев. И то, что вот сегодня ребята получат штендеры героев 137-й дивизии, горьковчан, которые погибли, я считаю, что это очень важно, что вот они пронесут штендеры с их фотографиями, а судьбы всех их мне известны, потому что я их изучал многие годы. Это будет очень важно для понимания ребятами, насколько тяжелой была война и какой огромный вклад внесли наши земляки в победу. Подготовка к шествию «Бессмертный полк» проходит в Парке Победы, но еще есть время присоединиться к патриотическому проекту. Сегодня, 6 мая, последний день, когда люди печатают в типографиях, изготавливают штендеры. Но мы также всех приглашаем на акцию тех, кто не успел сделать это до сегодняшнего дня. Люди могут распечатать фотографии дома, на принтерах, могут прийти на мероприятие просто с фотографиями, которые у них есть, с небольшими фотографиями. Главное – прийти. Бессмертный полк уже традиционно пройдет 9 мая вслед за Парадом Победы. Построение в этот раз начнется на Верхневолжской набережной от гостиницы «Октябрьская». А в 11 утра колонна прошествует по площади Минина и Пожарского, далее по Зеленскому съезду – улица Рождественская до площади Маркина. Юлия Короткова, Алексей Завулов. Объективно, ННТВ.